ПГУ несколько дней проходит празднование Сагалгана. Студентам предложили сыграть в традиционные бурятские игры, а в качестве поощрения они получали призы. Такой вид интерактива пришел совсем по душе. Организаторами выступили как преподаватели, так и сами студенты ПГУ. Мероприятие проходит второй день. Вчера было в 8-м корпусе, сегодня в главном и в 1-м корпусе пройдут мероприятия. Игры, они все традиционные бурятские. Буквально вот Шагена, Батрс, Шуган тоже. Это получается армрестлинг такой бурятский. Вот у Ревы тоже, загадки. Ну, все в принципе. Популярными оказались такие игры, как Батр Гарбрилдан, Шаге и Мерген. Такое мероприятие не могло обойтись без традиционного йохара, загадок и благопожеланий друг другу. Все гости, посетившие мероприятие, прониклись атмосферой Сагалгана. Данила Жарко, Диана Панова, Елена Батагаева, учебная телестудия БГУ.